Добрый вечер, уважаемые друзья. Я рада приветствовать вас в студии, в онлайн-студии «Красоты и здоровья». Давайте проверим связь. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, по пятибалльной системе в чате оценку. Как меня слышно? Пошли пятерки. Это очень приятно, очень замечательно. Мы с вами сегодня находимся в онлайн-студии по пятницам, традиционно в пятницу в 6 часов. Это студия, на которой мы говорим о красоте, о здоровье, о лучших продуктах следующего каталога. Студия проходит в рамках проекта «Бизнес новой эпохи». Это международный бизнес-проект, который объединил более 2000 лидеров компании Oriflame, и проходит он в партнерстве с компанией Oriflame. Здесь вы на слайде видите несколько логотипов, в центре логотип нашего проекта, и несколько логотипов вокруг – это те проекты, дочерние, можно так сказать, которые объединились воедино. Потому что ваш проект, я представляю проект «Твой миллион с Oriflame», есть еще многие проекты, но наши проекты – это небольшие замечательные яхточки. А объединившись вместе, мы получаем вот такой классный, замечательный круизный лайнер, на который я вас сегодня и приглашаю. Великолепная десятка каталога номер 11. Так сегодня будет традиционно называться наша встреча. Такие встречи мы проводим уже с первого каталога 2016 года, поэтому вот-вот нашей студии уже около года. Мы работаем в партнерстве с компанией Oriflame, и поэтому сегодня я расскажу о планах компании Oriflame, об интересных продуктах каталога 15, о том, какие есть поводы гордиться нам компанией Oriflame. И в конце, конечно же, будет сюрприз. Я знаю, вы всегда его ждете. Это будет, приоткрою завесу, музыкальный сюрприз. И мы, конечно, все друг друга услышим. Компания Oriflame ставит очень высокие цели в Украине. В 2020 году компания ставит цель стать компанией номер один в Украине. Каким же образом будет это достигаться? Как это будет воплощено в жизнь? Ответ простой. Благодаря концепции красоты как образа жизни. Что же это значит? Сегодня компания позиционирует себя как шведский эксперт по красоте, как образу жизни и приглашает нас, потребителей, консультантов, бизнес-партнеров компании, стать шведскими экспертами. Конечно, за одну минуту это не произойдет. Это определенный путь, это определенное движение. Нам нужно получить определенные знания, навыки. И всему этому мы с вами вместе будем обучаться по пятницам. Я с удовольствием вам в этом помогу. С радостью я вам представляю долгожданное издание. Кто рад, кто, может быть, имеет его в руках уже, это издание, поставьте в чате плюсики, напишите свои отзывы. Oriflame представляет в каталоге номер 15 новый инструмент. Этот код этого инструмента 514-869, вы видите. Он будет выходить один раз в сезон. Это наш журнал. Это настоящая книга, такая волшебная книга, пособие для тех, кто хочет быть красивым. Книга будет выходить один раз в сезон. С ней мы можем рассказать о компании, о бренде, всегда под рукой, очень удобный формат. Я такую книгу получила в Анталии на золотой конференции в подарок. И, конечно же, уже прочитала ее, и многие мои консультанты уже вдоль и поперек. Будет вкладываться в каждый балловый заказ 15-го каталога. Вот как у нас журнал «Тренд» был, сейчас будет такая книга. Она будет выходить один раз в сезон. Она также будет в продаже, согласно коду. И для экспертов по продукции будут даже наборы книг по довольно привлекательной цене. Потому что книга, ну вот она суперская. Давайте посмотрим, что в содержании. Статьи, формирующие восприятие бренда, информация для успешных продаж, также различные познавательные статьи журнального такого, знаете, глянцевого формата. То есть книга будет интересна не только потребителям и консультантам Oriflame, а вообще любому человеку, ну, я бы сказала, больше женщинам, на женщин она настроена, ну, даже обложка, наверное. Хотя, честно говоря, мужчина, который увидит на обложке такую красивую троицу, я думаю, тоже, наверное, готов будет заглянуть, а чем это они там живут, что за жизнь у них такая веселая. Итак, что значит красота как образ жизни? Вот многие считают, что красота – это внешность. И говорят, красивая женщина, глядя на ее внешность, на ее одежду, на ее фигуру. Ну, многие так думают. Но мы шведский бьюти-бренд, и мы думаем иначе.
Для нас красота – это нечто большее. Это отражение выбранного стиля жизни, где важно и то, как ты выглядишь, и то, как ты себя ощущаешь. Настоящая красота для нас – это гармония внутреннего и внешнего. Настоящая красота основана на ощущении собственной ценности, на уверенности в себе, на возможности позаботиться о близких, на личном успехе, на любви окружающих. Быть по-настоящему красивой – значит быть в первую очередь счастливой. А какие атрибуты счастливой женщины? Женщины, дорогие, напишите, пожалуйста, в чате. Вот как вы считаете атрибут счастливой женщины? Ну, помимо красивой сумочки, там, красной помады. Конечно же, это здоровье, это внешняя красота, это внутреннее, это ощущение себя, это семья, путешествие, любимая работа, дружба, любовь. Все это. И об этом мы сегодня с вами поговорим, и мы будем начинать. Что мы предлагаем для красоты? Уход за кожей, wellness, макияж и модные образы – это то, что предлагает наш каталог. Тема нового каталога номер 15 – бьюти-терапия. Готовимся к зиме. Каталог начинает свое действие уже послезавтра, в воскресенье 23 октября, и будет действовать по 12 ноября. В действующем каталоге мы будем праздновать с вами 40-летний юбилей одного из самых любимых миллионами бренда – Giordani Gold. Как и 4 десятилетия назад, он совмещает в себе непревзойденное шведское качество и утонченную итальянскую элегантность. Поэтому на обложке каталога, вы видите, обложка всегда отражает стиль и тему каталога. На обложке вы видите вот такую женщину, девушку молодую, истинно в итальянском стиле. Да? То есть она яркая, у нее красивые глаза, у нее волосы ухоженные. Вот сразу посмотришь, креолка, да, что-то такое итальянское. Структура каталога остается неизменной. Самое вкусное в начале, драйвер каталога, продукт по привлекательной цене и суперпредложение в конце каталога, опять же, самое вкусное. Главные продукты каталога расположены на платформе каталога, и они отмечены цветными стикерами, как разделы, макияж, аксессуары, wellness и так далее. И, конечно же, предложение на задней обложке каталога, как мы еще говорим, дверь в Oriflame. Почему дверь? Дверь – это то, через что заходят. Так вот, многие наши потребители, клиенты, да и консультанты, я, честно говоря, частенько люблю это делать, захожу с задней обложки каталога. Любой глянец, я начинаю смотреть обложку первую и в конце, и начинаю с конца где-то там листать. Очень помогает в осознании каталога, в темах, в структуре каталога, вот то, что написано, оглавление. Поэтому я вам очень советую. В 15-м каталоге оглавление каталога вы найдете буквально на 6-7 странице. Ознакомьтесь, пожалуйста, с оглавлением и сделайте это своей профессиональной привычкой. Потому что для того, чтобы стать экспертом, нужны знания. И то, о чем я вам сейчас говорю, это профессиональный подход к просмотру каталога. Не просто, а как профессионал, как эксперт. Потому что мы с вами готовимся стать экспертами по красоте, как образу жизни. Итак, поехали. Я отобрала лучшие 10 продуктов. Бюджетные, интересные, классные, которые помогут легко и просто сделать 150 баллов, участвовать во всех акциях и покупать все подарки. Какой же первый продукт? Так как мы празднуем 40-летие бренда Giordani Gold, в каталоге 15 очень много продуктов, новых из серии Giordani Gold, из этого бренда. Номер один – это универсальная супертушь для ресниц Giordani Gold. Есть такое выражение. Женщина, которая не мечтает о красивых длинных ресницах, должно быть, с ними родилась. Всем остальным, кому не повезло в этом вопросе или повезло немножко меньше, не стоит отчаиваться, ведь под рукой всегда есть палочка-выручалочка, тушь для ресниц. Несколько взмахов кисточкой, и вы обладательница веера густых, длинных, подкрученных ресниц. В чем особенность туши Giordani Gold? Я лично ее уже тестировала, смотрела, держала, красила. И сегодня мы снимали видео специально для вас в поддержку нашего проекта и нашего вебинара. Уникальная щеточка в виде лучиков звезды. И эта щеточка прокрашивает даже самые крошечные реснички в уголке глаза. Вот все-все прокрашивает. 6 эффектов в этой туши. Мы с вами прекрасно знаем тушь 5 в 1 Wonderlash. Там 5 эффектов. Здесь 6.
длина, объем, изгиб, разделение, уход и стойкость. Все эти шесть эффектов присутствуют. Пока я рассказываю, читайте тоже слайд, я не буду там повторяться. В каталоге 15 действует эксклюзивное предложение. При заказе на 150 гривен мы можем заказать эту тушь за 149 гривен 12 баллов бонуса. Кстати, эксклюзивное предложение – это название начальной секции каталога. И в этой секции мы будем видеть несколько действительно эксклюзивных и интересных предложений. Еще раз подчеркиваю, обратите внимание на оглавление каталога. Если у вас каталог сейчас под рукой, а я думаю, что это так, откройте его на 14 странице и посмотрите оглавление. Итак, поехали дальше. Номер 2 нашей великолепной десятки – драйвер каталога «Набор сережек в подарочной упаковке». Я, как и многие женщины, просто обожаю украшения. При выборе сережек учитываются не только параметры ювелирного изделия, вот девочки меня поддержат, но вот то, что красивые серьги, да, но нужно учитывать тип лица, размер, форму ушей, даже высота прокола мочек уха тоже учитывается при выборе сережек. А также нужно подумать о том, для какого случая они подойдут девушке. Ну вот как не ошибиться? Совет простой. Покупать набор сережек. Действительно, 5 пар великолепных серег. Сегодня их видела, все щупала, меряла и трогала. Очень понравились мне треугольные серьги. Жемчужная сфера с кристаллом, шестигранники. Понравилась мне металлическая палочка, вот блестящая, с шестью кристаллами. Все украшения не содержат никель. Набор действительно классный, действительно стоит его приобрести. Это драйвер каталога. Что это значит? При заказе на 280 гривен мы сможем купить набор по суперцене 99 гривен. Если вы видите в каталоге, вот там зачеркнутая цена, что там 656 вроде. Нет, а в рублях. Здесь цены немножко представлены в рублях. Но больше 200 гривен. Мы их покупаем за 99. Идем дальше. Итак, мы с вами продвигаемся сейчас по начальной секции каталога. Начальная секция, потом платформа с продуктовыми категориями, потом заключительная секция и обложка. Начальная секция, эксклюзивные предложения. И мы продолжаем рассматривать каталог. Номер 3 нашей великолепной десятки – новинка каталога, опять же новинка, восстанавливающий шампунь и кондиционер «Эксперт питания» из профессиональной серии HairX с экстрактом имбиря. Мы с вами на прошлой десятке 14-го каталога говорили, да, что было представлено тоже два шампуня по очень сильно классной, привлекательной цене. Это, кажется, были объемные шампуни, а сегодня новинка «Эксперт питания». Что обеспечивает шампунь? Ну, во-первых, внешне. В шампуне 250 мл. Я сегодня пробовала, тестировала, ну, не на голове, но визуально, скажем. И аромат этого шампуня, очень приятный запах. Очень приятный запах у маски. Маска довольно большая баночка, очень классная и здоровская. Но мы выделили шампунь и кондиционер, вот такую парочку. Какие эффекты обеспечивает эта серия? Волосы становятся сильнее. 5 преимуществ. Второе. Волосы выглядят более густыми. Волосы выглядят обновленными. Волосы сильнее блестят. И пятый эффект. Волосы становятся более гладкими. И вновь эксклюзивное предложение. При совместной покупке двух продуктов, шампунь и кондиционер, двух любых продуктов, цена каждого 77 гривен, 6 баллов бонуса. Потрясающая акция, потрясающий шампунь. Если говорить о волосах, то волосы символизируют вашу дорогу жизни. Часто говорят, что волосы говорят об уме, говорят, что вот длинные волосы, короткий ум. Поэтому чаще женщины носят длинные волосы. Ну, потому что нам, женщинам, не нужно иметь очень длинный ум, потому что женщины... Они думают и чувствуют сердцем, да, мужчины больше умом. Поэтому заметьте, у наших мужчин, у многих, волосы короткие. О чем это говорит? У них много ума.
Есть мужчины, у которых вообще нет волос. Здорово, у них очень много ума. И в частности в том, что они экономят вообще на шампуне. Хотя, кстати, нет, потому что кожа головы, самой головы тоже нуждается в уходе. Итак, я повторю правило, когда мы наносим шампунь, мы наносим для длинных хороших волос, для хороших эффектов от корней. Мы берем немного в руку, вспениваем с водой и наносим от корней. Когда же мы наносим кондиционер, мы начинаем это делать от кончиков волос. Учитывая, что волосы – это показатель вашей судьбы, вашей жизненной дороги, вашего пути, когда вы наносите кондиционер и разглаживаете вот пальцами волосы свои, пытаясь нанести на каждую волосинку, вы думаете о том, что на самом деле вы разглаживаете свою дорогу жизни, что так и ваша жизнь разглаживается, как ваши волосы. И такая же судьба будет у вас гладкая, как ваши гладкие, замечательные, шелковистые волосы. Это такой небольшой секрет для женщин. Потому что женщины на самом деле, вот они, бывают женщины, которые сосредоточены на том, что они делают, они пребывают в настоящем. Бывают женщины, которые сейчас слушают меня, а где-то уже находятся мысленно то ли на кухне, то ли там на базаре, то ли там завтрашний день свой планируют. Так вот, я вам предлагаю все-таки больше концентрироваться на настоящем моменте. И когда вы моете волосы, вы думаете о волосах и о судьбе. Как говорят, моешь чашку, думай о чашке. И я вас уверяю, это проверено на собственном опыте. Это очень классно. Делать и думать, что вы делаете. И вносить в это какое-то... То есть вы можете превратить мытье головы просто в ритуальное действие налаживания и разглаживания своей судьбы. Я желаю вам счастья, любви и большого успеха. А мы с вами двигаемся дальше. Осенью погода все реже балует нас солнечными деньками. Пейзаж за окном не отличается обилием красок, согласитесь. Серое небо, серый асфальт. Ну хорошо, еще есть зеленые деревья немножко. И как вот тут не поддаться осенней грусти? Эффективное лекарство от осенней хандры – новая помада и аромат. Вот женщина помогает. Одели помаду, одели аромат и уже лучшее настроение. И номер 4 нашей великолепной десятки – это жидкая лаковая губная помада The One Lip Sensation Vinyl Gel. То есть это блестящая помада. Вы помните, эти помады вышли у нас в двух вариациях. У нас была мусс матовая и лаковая. По отзывам наших потребителей, больше понравилась лаковая помада. И у нее очень привлекательная цена в этом каталоге. 99 гривен, 8 баллов бонуса. Почему мы говорим о баллах? Это маленький секрет. Мы просуммируем эти баллы в конце, и я расскажу, что вы сможете получить дополнительно, насобирав определенное количество баллов. Что же за помада такая волшебная, жидкая лаковая помада? Я считаю, что это лучшая осенняя новинка в Oriflame. Очень хорошая, замечательная новинка. 8 красивых оттенков на любой вкус со скидкой 50%. Аппликатор в этой помаде помогает нанести помаду ровненько, сразу, не заходя за контур губ. Кстати, карандаш для губ с этой помадой даже и не нужен, так как помада не растекается за края и выглядит при этом очень аккуратно. Лаковая помада сразу же дает сочный глубокий цвет. Ее отличие от матовой в том, что вот дизайн похож, да, вы заметили, такой какой-то космический. Ну дизайн просто клевый, вот классный дизайн. Достаешь эту помаду, и уже лучше настроение. Я себе обязательно приобрету, 2-3 оттенка вот такой помады блестящей, обязательно, чтобы поднять настроение на каждый день. В отличие от матовой, то, что вот лаковая помада создает эффект такого покрытия, ну вот как если бы вы на губы нанесли глянцевое покрытие для ногтей. Вот у нас есть обычный маникюр, мы наносим глянец и сразу блестит. Вот с первого нанесения вот такой эффект нашей лаковой помады. То есть цвет будет играющим. Он не будет усиливаться, но он будет такой играющий. Приятный запах у помады. Помада держится на губах проверено 6 часов. Конечно, когда вы начинаете что-то там кушать, пить, может глянец немножечко сходить с помады, но цвет остается. Небольшой совет. Некоторые наши потребители говорили о том, что губы у них вроде как подсушивают им губы, чтобы немножко губы шелушаться и так далее. И вот вам совет. Что нужно сделать, чтобы губки не шелушились?
Так как сейчас холодно, тем более, а тем более еще после лета у многих тоже губы, да, обсушенные солнцем и так далее, нужно подготовить губы к нанесению. Ну, к примеру, использовать наш спа-бальзам The One. Прекрасно, да, который в прошлом каталоге был в прекрасной цене, вернее, вот сейчас, в текущем, сегодня-завтра он закончится. Возьмите обязательно на зиму себе несколько таких бальзамчиков. Вы наносите этот бальзам, тон бесцветный, и сверху жидкую лаковую помаду, и тогда ни в коем случае у вас не будут шелушиться губы. Это можно посоветовать также тем, кто нарекает на шелушение губ. Вообще от любой какой-либо помады. Поехали дальше. Лучше всего поднимает настроение также новый аромат. Я вам хочу представить свою любимую парфюмерную воду Love Potion Secrets. Это номер 5 нашей великолепной десятки. Она вас порадует всем своим дизайном, своим оформлением, своим ароматом. Я расскажу чуть позже о составе этого аромата. И, конечно же, своей ценой, потому что полная цена в каталоге около 800 гривен. В 15-м каталоге 299 гривен, 25 баллов бонуса. Это яркий представитель таких чувственных ароматов. Парфюмерная вода Love Potion Secrets – это фланкер. Вы знаете, фланкер – это новая версия ставшего легендарным аромата Love Potion. Очаровательный флакон в розово-черной гамме по форме повторяет флакон Love Potion. Привлекательный вот этот бантик из гипюра, да, якобы вот он так нарисован, видно, что он гипюровый легкий. Он олицетворяет игривость и, я бы сказала, сексуальность. Общая концепция дизайна невероятно женственная, притягательна. Тип аромата восточный, ванильный, фруктовый. Восточный, фруктовый. В верхних нотах белая клубника, мандарин и нектарин. В сердце белые цветы. Что такое белые цветы? Это целый комплекс цветов. Гордения, жасмин, орхидея и другие в парфюмерии называются белые цветы. Здесь гордения, жасмин и орхидея. И это шлейфовый аромат. В шлейфе кремовая амбра, белый шоколад и сандал. Заметьте, все белое. Белая клубника, белые цветы, белый шоколад. Аромат необычайно нежный и прекрасный. Что очень интересно в ноте клубники? Дело в том, что нота клубники в ароматах, дополненная нотами цветов и фруктов, а у нас здесь есть и то, и другое, подчеркивает кокетливый характер парфюма. То есть он легкий. Парфюмерная нота белый шоколад присутствует в парфумах, которые относятся к сладким, гурманским, то есть съедобным ароматам. Вот действительно, когда я пробовала этот аромат впервые, мне показалось, что что-то, что его можно съесть. Знаете, вот он такой съедобный. А это дается именно парфюмерной нотой белого шоколада. Эта нота имеет очень теплый и уютный оттенок. И очень популярная нота – это белые цветы. Ведь нет ничего более женственного, чем цветочные ароматы. Белые цветы пахнут одновременно чувственно и чисто. Я уверена, что вам поднимет настроение и аромат, и его цена. А мы с вами идем дальше. И номер 6 нашей десятки – новинка в категории «Интенсивный уход за кожей» бренда NovAge, восстанавливающий капсулы для лица с концентратом масел Nutri-6. Капсулы – это уникальный продукт. В одноразовой упаковочке содержится концентрат активных составляющих с минимумом консервантом, который разглаживает кожу и делает ее визуально отдохнувшей. Восстанавливающие капсулы для лица с концентратом масел Nutri-6 – это универсальный продукт, который подходит, слушайте, для любого возраста, для любого типа кожи и, что интересно, сочетается с любой серией комплексного ухода NovAge. То есть, будь то True Perfection, будь то Collagen, будь то Ultimate Lift. Я использую серию Ultimate Lift и очень давно ждала этих капсул. Вы помните, что у нас подобные капсулы были в серии и есть в серии Королевский бархат Royal Velvet, а также в серии возрастной серии Time Reversing. И мы, конечно, ждали обновления этих капсул. И вот это произошло. В составе капсул невероятно высокий процент и концентрация питательных масел. 6 масел: кунжутное, авокадо, лиминантеса, масло персиковой косточки, масло черной смородины и масло бобов сои. Все эти масла получают путем холодного прессования, то есть отжима, что позволяет сохранять до 70-80% полезных составляющих масел без нагрева.
Каждая капсула рассчитана на одно применение. И, соответственно, хранить после вскрытия, вы откручиваете вот этот тоненький кончик, хранить их не надо. То есть капсулу вы сразу используете за один раз. В упаковке таких капсул 3. Теперь давайте посмотрим, как же мы можем приспособить эти капсулы к нашему интенсивному уходу. Как их внедрить в серию? Я напомню об этапах ухода. Очищение, то есть молочко, тоник. Уход за кожей вокруг глаз. Активация, то есть использование сыворотки. И основной уход, то есть дневной или ночной крем. Как же нам с капсулами быть? Куда нам их здесь приспособить? Эксперты рекомендуют применять капсулы 2-3 раза в неделю. А мы с вами тоже эксперты. Во всяком случае, многие стремятся к этому, и мы тоже будем это рекомендовать. 2-3 раза в неделю. В середине недели и на выходных. Скажем, в среду, в субботу. Так, или же в четверг и воскресенье. Мы заменяем вечером сыворотку на капсулы. То есть у нас капсулы пойдут вместо сыворотки. Соответственно, наносить средство нужно будет перед ночным кремом. Очищение, уход за кожей вокруг глаз, капсула и через 3-4 минуты ночной крем. Потому что именно в ночное время клетки кожи активно обновляются, и такой уход принесет наиболее заметный результат. Если мы хотим провести экстренный курс по восстановлению кожи, а я приняла решение все-таки осень, знаете, весна и осень, я хочу провести экстренный курс по восстановлению кожи, то тогда это нужно делать в течение 15 дней. То есть мы 15 дней подряд, как раз здесь на 2 курса экстренных, нам на 15 дней нужно заменить в ежедневном комплексном уходе вечером, только вечером, сыворотку на капсулы. То есть это понятно, да? Дневной уход у нас будет выглядеть точно так же. Очищение, вокруг глаз, активация, дневной крем. И вечером очищение, вокруг глаз, капсулы и ночной крем. Вот такой я вам предлагаю сделать интересный уход, интенсивный уход, если вы считаете это необходимым. Я думаю, это не помешает. Цена капсул в каталоге 730. Здесь написано 30, 739, ну 730 гривен, 61 балл бонуса. Конечно, мы очень часто в своих десятках, вот я когда готовлю, я стараюсь выбирать такие более бюджетные, интересные варианты. Что я вам скажу? Да, цена мне тоже показалась несколько дороговатой. Хотя, наряду с сывороткой, да, где-то на ВЭЙЧ сыворотка где-то стоит точно так же. Но вы можете заказать капсулы, и я их собираюсь заказать, за 370 гривен. Каким образом это можно сделать? Нужно быть членом бизнес-класса и тогда пробовать самые люксовые продукты по доступной цене. Досмотрите наш урок до конца, побудьте в нашей студии до конца, и вы узнаете, как же стать членом бизнес-класса. Красивая кожа – это внешняя красота. Она отражает также состояние вашего здоровья. А как же помочь коже изнутри? То есть это мы нанесли снаружи. Капсулы, крем, все. Мы сделали все очень правильно. А как же помочь снаружи? Ведь состояние организма, оно на коже ведь отражается. И режим дня отражается на коже. И вот у нас есть волшебное средство для внутреннего приема. Одновременно с этими капсулами. Это шведский волшебный эликсир красоты. Шведский бьюти-комплекс плюс, который содержит уникальный компонент астаксантин и чернику. Астаксантин встречается преимущественно в микроводорослях, произрастающих в прибрежных водах шведского архипелага. Вот такого красноватого цвета. Вот если вы заметили, ну, конечно же, заметили, лососевая рыба, креветки, они где-то одного цвета примерно, да, такого чуть розоватого. Так вот, дело в том, что они употребляют в пищу эти водоросли, поэтому имеют такой уникальный красноватый цвет, если это естественные условия выращивания. Потому что вы знаете, что у нас рыбу и подкрашивают другой раз на Украине. Способствует астаксантин сокращению морщин, так как он эффективно нейтрализует пагубное действие ультрафиолетовых лучей, а также свободных радикалов. Это основная причина старения кожи. Когда-то я нашла такую информацию, всегда очень восхищаюсь Мадонной. Это женщина, которой, ну, не знаю, ей уже очень много лет, она прекрасно выглядит, она в прекрасной физической форме, у нее прекрасное лицо.
И вот мне кажется, что она олицетворяет вот этот подход как образ жизни. То есть она и внутренне гармонична, и внешне прекрасна. Так вот, она пишет о том в одном из журналов еще в 2009 году, что она употребляет астаксантин как сильный иммуностимулятор. То есть он очень хорошо борется со свободными радикалами. Смотрите, свободный радикал – это такая, знаете, такой хулиган. Вот все хорошо, хорошо, и вдруг у нас появляются такие клетки-хулиганы. Почему? Потому что они такие неспаренные, получается. Ну, я как химик тут уже, да, вам могу рассказать. Ну, вкратце, это хулиганы. Что они делают? Вот все ходят по парам, все красиво, все смеются. И эти хулиганы начинают разбивать эти пары и способствуют тому, что возникает вот такой хаос. То есть они разрушают клетки, они разрушают гармонию в клетках. И вот астаксантин делает так, что этих хулиганов он быстренько окружает, нейтрализует и выводит потихонечку. Говорит, пройдемте, это вам не сюда. А еще астаксантин уникален тем, что на данный момент это самый сильный антиоксидант. Вот представьте себе, в 64 раза сильнее, чем витамин С, в 100 раз сильнее витамина Е. Витамин Е – это витамин красоты. То есть я думаю, Мадонна, она знает в этом толк. И кроме этого, что способствует снижению морщин, что еще делает астаксантин попутно? Снижает усталость глаз, защищает глаза от катаракты, от слепоты. Он очень легко в мозг и сетчатку глаза проникает. А мозг астаксантин защищает от болезни Альцгеймера и слабоумия. Астаксантин также поднимает иммунитет, препятствует простудам и вирусам. Этот продукт я очень рекомендую приобрести просто всем к себе домой. Потому что как только мы чувствуем, что где-то простыли, продрогли, замерзли, там, не знаю, отопления еще где-то нет в квартире, и у кого-то насморк только начинается, обязательно употребляйте этот продукт. Он также нормализует уровень сахара, снижает холестерин и укрепляет сердечно-сосудистую систему. И что очень характерно, что он не имеет противопоказаний. Потому что если бы мы взяли сейчас любую таблетку там где-то с аптеки и почитали вот такие вот ее свойства, сердечно-сосудистая и там простуда и все. Подождите, как правило, если мы что-то одно лечим, то другое мы немножко, ну, скажем, не хочу это слово даже говорить, но не очень все хорошо. Есть противопоказания всегда в любых препаратах. Здесь нет противопоказаний и нет побочных действий. В этой волшебной баночке содержится 30 капсул на 1 месяц приема. Опять же, стоимость 510 гривен, 42 балла. Но члены бизнес-класса, досмотрите нашу студию, могут приобрести этот продукт за 205 гривен. Что я, собственно, сделала уже в 14-м каталоге, потому что у меня этот продукт я покупаю дополнительно постоянно, особенно осенью. Отличное средство от хандры для женщин, особенно для женщин, это шопинг. Ну, а для мужчин средство от хандры это, ну, когда женщина довольна. Потому что когда у него хандра, и она еще чем-то недовольна. Поэтому самое лучшее, что можно сделать женщине, это отвезти ее на шопинг, оставить ее там на пару-тройку часов в какой-то большой центр, да, самому поехать по своим делам, а потом вернуться, она довольна, все довольны. Так вот, заключительная секция каталога называется «Шопинг-терапия». Мы никуда не ходим, мы сидим дома, смотрим каталог в тепле и делаем заказы на сайте компании. Номер 8. Наши великолепные десятки – это два очищающих геля для интимной гигиены. Один с экстрактом алоэ увлажняющий, а другой с экстрактом белого пиона и натуральной молочной кислотой, смягчающий. Оба средства одобрены гинекологами, имеют pH сбалансированную формулу и очень хорошая цена – 49,94 балла бонуса. Кстати, я когда услышала, что в составе белый пион, а я пионы обожаю вообще во всех видах, в парфумах, в пионах, в цветах и так далее, то я, конечно, поняла, что приобретать буду я вот второе это средство с оранжевой крышечкой, с пионом и молочной кислотой. Что я вам должна сказать? Мы с вами подходим к заключительной, уже начали рассматривать заключительную секцию каталога, которая называется «Шопинг-терапия». Видите, как мы быстро вот достаточно просмотрели каталог. Я могу сказать, что в этом мне очень помогает всегда оглавление. Ну и потом, конечно, общее впечатление от каталога. Номер 9 нашей великолепной десятки. Долгожданная новинка. Мужская туалетная вода S8 Icon. Это фланкер парфюмерного бестселлера.
то есть очень продаваемого продукта Oriflame, мужской туалетной воды S8. Аромат S8 появился в феврале 2006 года, а в 2009 году вышел аромат S8 Night. А вот сейчас появляется третий S8 Icon. Все три аромата S8 посвящены Стокгольму, потому что буква S в названии, оказывается, это не супер, это не первая буква имени и так далее. Это означает Стокгольм, то есть столичный город современной Европы, жители которого ценят свободу и независимость. Уже в этом характер этой воды проявляется. Напишите, пожалуйста, в чате, кто когда-либо приобретал для своих мужей, для мужчин, клиенты, может, у кого-то заказывают туалетную воду S8, S8 Night. Какая нравится больше? S8 или S8 Night? S – это Стокгольм, а 8 – это 8 компонентов, которые входят в состав этой воды. Тип аромата – восточный, древесный, амбровый, в верхних нотах – яблоко, грейпфрут, в сердце – герань, мускатный орех и белый виноград. Это шлейфовый аромат, и в шлейфе – эвкалиптовая древесина и амбровая древесина. Кстати, доказано, вот в сердце у нас герань, аромат герани. Доказано, что аромат герани, присутствующий в парфюмерной композиции, снимает стресс и снижает уровень беспокойства. Поэтому, женщины, берем на заметку, что если ваш мужчина несколько обеспокоен тем, что вы очень долго пребываете на шопинге или что-то по какой-то еще либо причине, приобретите для него воду Icon. И также, мужчины, возьмите это на заметку. А все потому, что в сердце аромата находится герань. Когда я смотрела по описанию аромата, здесь можете тоже еще вкратце, значит, посмотреть, что находится, я обратила внимание на парфюмеров. Я всегда читаю там биографии и так далее. Сейчас я не буду подробно рассматривать, вы на сайте посмотрите. Но меня очень в карьере Доры Багриш заинтересовал тот факт, что она была создателем парфюмера, парфюма для Кошарель Анаис Премьер Делис. Мне очень нравится просто этот запах. И как-то я сразу прониклась как-то уважением каким-то к ней. При заказе на 150 гривен аромат Icon мы можем купить за 285 гривен 24 балла бонуса. Вот такая замечательная у нас появляется новинка, причем буквально на последнем развороте каталога, в заключительной секции. Номер 10 – это задняя обложка каталога, дверь в Oriflame. Как правило, он в каждом заказе и не один раз. Это специальное смягчающее средство с маслом корицы, нежная забота. Вот уже на протяжении около 50 лет, это из первых продуктов, суперсмягчающее, специальное смягчающее средство, является самым популярным, известным и востребованным из широкого спектра продукции натуральной косметики. Вы знаете о том, что ежегодно продается и производится 175 тонн этого средства в компании Oriflame, представьте себе. Специальная формула средства без содержания воды с добавлением пчелиного воска и витамина Е делает этот продукт незаменимым для смягчения, восстановления и защиты сухих, загрубевших или обветренных участков кожи. Именно сухих, загрубевших, обветренных. То есть очень важно, вот тоже будет осенью, зимой, ну, в домашних условиях, то есть уже дома, не на улице. То есть смягчает губы, кутикулу, локти, уголок глаза, если как-то вот, ну, от ветра, может быть, слезинка потекла, и бывает, что обветривается, да, в уголочках. И всех других загрубевших участков, которые вы где-либо найдете на своем теле или на теле своих близких и домашних. Стоимость 19,90, 2 балла бонуса. Вот такие замечательные продукты я сегодня для вас подобрала. Мы все время говорили о баллах, то есть стоимость, баллы, стоимость, баллы. Да, я тестировала сегодня это средство. Что я могу сказать? Вот мед чувствуется больше, вот мед, корица. Я ожидала немножко большего именно, большего запаха корицы. Вот если вы знаете, у нас крем яблоко, кто знает, яблоко и корица, это вообще мой любимый, вообще я обожаю запах корицы. Вот корицы в палочках, во всем, чем угодно. Всегда, когда я употребляю любые напитки, я туда добавляю горячий, всегда добавляю корицу. Я ожидала больше корицы. Очень легкий аромат корицы и больше вот такого меда, чего-то приятного, приятный аромат. Да.
Итак, приобретая все продукты великолепной десятки, мы суммировали не зря баллы, мы легко зарабатываем, ну, там не 150 баллов, там больше, там около 200, то есть больше 150 баллов. Что это может нам дополнительно принести? Ну, во-первых, в первую очередь это позволяет нам получить уже первую объемную скидку в компанию Oriflame, если вы здесь как потребитель продукции или же как консультант, как эксперт. Это очень здорово. Если мы делаем 75 баллов такой объем, мы становимся членом бизнес-класса. Какие возможности мы имеем? Вот здесь они все отражены. 20% скидки на все. Все цены, которые мы приводили сегодня в студии, я рассказываю, это цены, которые написаны в каталоге. У нас 20% скидки. 50% скидки на один любимый продукт. И, конечно же, очень здорово бесплатная доставка нашего заказа, если заказ будет в сумме 499 гривен. Также мы можем принять участие в замечательной стартовой программе, выполняя, вот видите, да, вот слева баллы, которые необходимо сделать, и справа те скидки, по которым мы можем приобретать продукты со скидкой один продукт 50%, 75% бесплатно, даже за 1 гривну. Это очень здорово. И это наша новинка. При заказе от 20 баллов за каталог, это еще в прошлом каталоге начало действовать, а в 15 каталоге впервые появится брошюра, вместо брошюры бизнес-класса, брошюра Outlet. Это очень углубленные скидки и очень такая классная. Я уже знакомилась с ней, наверное, многие ее уже видели. Очень прекрасные, хорошие распродажи. И хорошая возможность для обычного клиента заказать продукцию дешевле. В каталоге номер 15, участвуя в программе Oriflame Plus и приглашая друзей, мы можем приобрести еще один любой продукт за полцены и получить потрясающий подарок. А какой подарок? Я сейчас вам покажу. Если вы пригласите двоих друзей в Oriflame, это будет классный подарок. Кстати, для мужчин мужская туалетная вода Incognito и гель, шампунь и гель 2 в 1 для волос и тела. Очень классно. И, конечно, в заключительной части вы, наверное, всегда привыкли к тому, что мы после обзора наших 10 продуктов, если вам понравился обзор, напишите, пожалуйста, об этом в чате. Может быть, еще какие-то вы продукты для себя присмотрели, пожалуйста, пишите. Обязательно я тоже отмечу в следующий раз в обзоре. Мы всегда говорим о тех поводах гордости компании Oriflame. Я горжусь компанией Oriflame. Я это говорю не голословно, я привожу всегда несколько фактов, да, почему именно. Вот, немного повторюсь. Первая в мире губная помада в виде капли – это Oriflame. Разработка аромата Solidan, компания шведская, так уж с королевой. Знаете, вот как говорят, если уже делать воду, то королевскую. В парфюмерии мы продаем больше, чем Шанель. Хотя цены вы видели у нас как бы пониже, я бы сказала. Oriflame сотрудничает с ведущими дизайнерами. То есть, если уже дизайнерская вещь, если какая-то интересная, то это уже будет Маша Цигаль, это будет Юдашкин, это будет Воткинс, это будет Марсель Маронжу, это будет Шия, забыла чуть-чуть фамилию, ну вот у нее Сергей, да. Это классный дизайнер, это очень здорово. И этим стоит гордиться. Я горжусь тем, что в 9 из 10 продуктов Oriflame соответствует или превосходит показатели конкурентов. И это повод для гордости. Я горжусь тем, что компания Oriflame позволяет мне выглядеть естественно, быть красивой в свои больше чем 20 лет. И позволяет мне сегодня эту красоту воспринять как свою жизненную позицию. И я, кстати, горжусь тем, что я лично познакомилась с Моникой Белуччи благодаря, кстати, компании Oriflame. Это тоже повод для гордости. Я горжусь тем сообществом, в котором я нахожусь. Потому что я верю, что настоящая красота основана на ощущении собственной ценности, на уверенности в себе, на своих близких. Я горжусь тем, что у меня независимый бизнес компании, что компания позволяет мне личностно развиваться, что у меня надежная поддержка сообщества единомышленников, где меня всегда ждут друзья, и что я могу реализовать свои самые смелые мечты и реализую эти мечты. Я горжусь тем, что я в замечательном проекте международном, в сообществе прекрасных, интересных, красивых, счастливых людей. Вот всех этих людей объединяет
Вот такое качество. Несчастливое, некрасивое. И наше сообщество верит, что настоящая красота – это то, что хочется показать миру. Я желаю вам разделить эту красоту, всегда делить красоту с теми, кто восхищается красотой, так же, как и ты. И желаю вам быть вдохновленными, вдохновляться и вдохновлять других, обмениваться опытом, получать советы профессионалов, стать вот тем человеком, на которого будут равняться другие. И я желаю вам наслаждаться жизнью и, наконец, вот просто наслаждаться жизнью вместе с другими ценителями настоящей красоты. Я очень горжусь компанией, и мне было приятно, что я сегодня в студии. Я вижу, чувствую ваши эмоции, и такой была сегодня наша великолепная десятка каталога номер 15. И, как говорится, прощаясь с вами, я хочу сказать несколько слов, еще раз вернуться к нашему сообществу, к сообществу проекта «Бизнес новой эпохи». Я приступила к работе, немножко я не рассказала о себе, да, я Ольга Леус, эфировый директор из Одессы. Я в Орифлейм достаточно давно сотрудничаю, еще, как говорят, с лихих 90-х и нулевые годы. К проекту, когда это была еще пилотная группа, я присоединилась в июне прошлого года. А в сентябре был уже такой мощный запуск нашего проекта, да, если вы помните. Это было в сентябре прошлого года, то есть нам чуть-чуть больше года. И за это время я приобрела очень много интересных друзей, интересных знакомых. Я очень многому научилась. И, наверное, каждый из вас, вот скоро уже такие новогодние праздники, да, мы немножко будем подводить свои итоги и будем думать о том, как это все проходило, о своих новых планах, о своих мечтах. И я сейчас хочу вот это видео посвятить всем участникам проекта и особенно нашим организаторам и руководителям проекта Кириллу и Розане Голуб. Я их очень уважаю. По-человечески, лично, как друзей, как партнеров, как бизнесменов, как семью. Я всем вам это посвящаю и хочу, чтобы мы все вместе присоединились, так сказать, к этому видео. То есть, если вы будете слышать там знакомые звуки, вы можете даже что-то делать. А что? Сейчас вы увидите что. Я посвящаю его вам, я посвящаю его нам. Это замечательное видео. И я желаю всем успеха, успеха в нашем проекте, счастья.